Паша, Ну, куда на Абу пойдем? две подводные лодки. Где тебе удобнее будет? Марсу, блин, а где у нас Марсу спрячется, блин? Ну, давай Выбирай, Марсу. Саныч, или два эсминца, или две подводные лодки. Да уж с Рекова-то можно попробовать пободаться, попробовать. Пошли, я над с тобой налево. Ладно, последний раз поверим тебе, блин. А, у нас еще и Шлиффин с конем, блядь, тоже управо, значит, я тоже налево. Всё? Да, вот, кстати, ты разумно поступил. Блять, авианосец. Ай, блядь, пошли налево, нахер, блядь. Да что такое-то? Мы и так налево идем, если что. Ой, направо, направо, блядь. Ну ладно, все, хер с ним, блядь. Авианосец туда полетел, сейчас этот сраный остров припаркуется туда, блядь. Ну, у тебя же нормальное ПВО, что ты? Ну, понятно, блядь. У меня не просто хорош, у меня заградка мощная. Тем надо, более. Блядь, выплакать победу, блядь, до начала боя. Шерман. А у нас конь светился? А, вон тундра. Шерман в центре, этот придурок, блядь, светит. Чем я так обнаружен уже тут кораблем каким-то? Хаятов. А, понял. Хаят, Хаят. Мистер Хаят был должен быть здесь. А у мистера Хаята засвет очень хороший. Вот он, мистер Хаят. Сука, это конченая, блядь. Не, ну это очень далеко для моих торпед. И он отворачивает, они не дойдут физически. Ты бы нырнул бы быстрее. А, ты точку помогаешь здесь. Конечно. Хуя меня через центр тут накидывают. Слушай, тебе там на носу эту задернули ржавчину, ты уже тут начал накидывать ему. Блять, сдернули. Даже не заметил. Вон, система типа шлифак сейчас будет откисать. Медвей следом же. Смотри, как давим. Смотри, они как все развернулись. Кардан провернул в Балава. Вот, а наша доблестная точка А просто тупо откисла. Нет, там вот шахматная партия началась. Никакой там шахматной партии не будет. Сейчас, вот она, первая Балава. И потом приедет 25-ка. Вот она, 25-ка. Сейчас сверху приедет Регала на нее. И мы будем прощаться с нашей точкой А. И вместе с Курфюстом, с конем и шлифаком. Чё ты долбишь его? Попадаешь? Я торпеды бросил, но они, по-моему, не дойдут. Ой, а мои в остров входят. Я, короче, тоже затупил. Да, чё-то я не заметил островочек этот. Ладно, система типа шлифак пусть живет. Перезарядимся. Да, не дошли, блин. Сейчас система типа Midway будет гореть в прямом и переносном смысле. Блять, ну зря мы сюда пришли. Конечно. Гонишь как не в себя их, как стадо оленей. Зря мы сюда пришли. Блин, ну как будто же надо было сюда прийти-то. Башня главного калибра выведена из строя. Блять, подавик меня тащит. Плохо, что ты отсветился. Бля, у нас там все плохо. Вот заворачивать уже. Я уже никуда не заверну. Туда же ушли такие классные линкоры, блядь. Thank you.
Ой, мама, кто это? Они в бочину встречают уже вон. Ну, блять, выставляться под шлифака — это, блять, вообще последнее дело, блять, на любой лодке. Так не выставляйся. За мной шарм гонится, если тебе. Да. Ну, где ты там? Давай, шарманчик. А, и чё это глубоко нырнул? Угу. Блять, не попал. Блять, опять не попал. Ну вот теперь уворачивайся. Сколько влезет. Угу. А я ж такой, что я, блять, не увернусь ведь. Ну да. Мидвей, как вам? А, у тебя там свои приколы. Сейчас, сейчас, шлифак подъедет. Блядь, не успел. Да никаких тут приколов, проигрываем героически, блядь. Я вижу. Давай, Марсо, уже добей меня, блядь, как-нибудь. Так, а торпедульки почему не зашли мои? Сильничок, кораблик, я смотрю. Да, неплохой. Блять, ебанка. Ну что, открыть за свободку, блин. А кто тут с гапом, интересно? А, Марсель. Блин, ремки нет. Яма живая до сих пор, а?
Блять, чё за херня, блять? Кирфюр там не был договора у нас. Обалдеть. Нет. А, так из шести торпед только. По флангу уже в жопу долбил. О, отлично. А кто тебя светит? Или да ты просто? Сзади, блядь, уже. Ты чё, Рекала, Форчика, блядь. Вся богиня, вся пиздота, блядь, не говори. Дюша, всё понятно, всё понятно. Мы с Марсом воюем, блядь, ну а чё остаётся? Давай. Не удалось. Эх, не дошли торпедки. Я бы сейчас их всех уложил. Угу, всех оставшихся 8. Да, там кого осталось-то? Два раза пальцем щелкнуть. Ну, смотрите как. Угу. Да, порезали лодки. Опыт, конечно. Порезали. Порезали. Ну да.